Много последователей было у Вильяма класса Хеде, имевшего также непосредственных учеников, среди которых был его сын, Геррит Вильямс Хеде. Геррит Хеде родился, по-видимому, в Харлеме в 1620 году и умер там же в 1702 году. Художник подписывал свои работы так же, как и его отец, без инициалов, полной подписью Хеда. Реже встречаются подписи, несущие помимо фамилии мастера и уточняющие слова «Геррит Хеда» или «Хеда-младший». Самая ранняя работа – натюрморт Геррита Хеды, имеющий полную надпись мастера Хеда-младший, стал отправной точкой для атрибуционных исследований, в результате которых авторство Геррита Хеды получили многие картины. Вплоть до настоящего времени, датированный 1664 года, натюрморт из Национального музея Кубы в Гаване считался работой Вильяма класса Хеды, и под именем этого мастера был опубликован в 1978 году в альбоме этого музея. Если гаагская картина была исполнена, когда художнику было всего 22 года, то натюрморт из Гаваны был написан Герритом Хедой почти четверть века спустя, во всеоружии его мастерства живописца. Сравнение натюрмортных постановок «Завтрака» из Мюльцхойса и натюрморта с кубком «Наутилиус» из антиквариата «Братьев Тау и доски» из Национального музея Кубы сразу же обнаруживает общность их основного мотива. Во всех этих картинах предметы сгруппированы вокруг одного и того же предмета – кубка «Наутилиус», раковина которого имеет позолоченную оправу, ножка выполнена в виде фигурки тритона, а крышку венчает аллегорическое изображение ветра. Рядом с этим кубком в гаванском натюрморте поставлены рёмер, блюдо из делтовского фаянса с румяным яблоком и позолоченная серебряная солонка. А вдоль кромки стола разложены опрокинутая рюмка, кулек с перцем, нож с наборной ручкой и лимон, наполовину очищенный кожурой, золотистая спираль, которая эффектно выделяется на ярко-красном фоне персидского или афганского ковра. Мастер и зрителя втягивает в увлекательнейшую игру сопоставления вещей по их фактуре, заставляя любоваться совершенством созданных природой плавных обводов корпуса раковины Наутилиуса или источающим сок срезом душистого лимона, как бы принесшего в полумрак комнаты тепло и золотой блеск солнечных лучей. Сравнение натюрмортных постановок отца и сына подтверждает, что Геррит иногда заимствовал у Вильяма класса Хеде отдельные их мотивы. Так в картине из Мюльцхойса мы встречаем стеклянные кувшины, уже знакомые нам по картине Вильяма класса Хеде из музея Майера Ванденберга в Антверпене,
А точно такой же пас-бокал присутствует на столе в Луврском натюрморте Вильяма Класса Хеды. Другим общим предметом сервировки в картинах отца и сына является опрокинутый металлический кувшин, занявший даже центральное место в натюрмортной группе картины Герита Хеды из амстердамского Рейксмюзеума. Однако ни в одном из известных в настоящее время натюрмортов Вильяма Класса Хеды мы не увидим на столе того примечательного кубка, что занял центральное положение в постановке Каванской картины. И, наконец, своеобразное ощущение цвета в пигменте и светосилы в тоне, заставляющие выступать предметы из призрака комнаты и делающие красочную поверхность картины буквально светящейся, осязательная объемность предметов и подчеркнутая вещественность их фактуры – все эти особенности живописного языка Герита Хеды неопровержимо доказывают его авторство в каванском натюрморте.
Thank you.